Село Тарутино. Памятник героям 1812 года. В 1962 году открыли военно-исторический музей, который рассказывает о Тарутинском бое. 22 сентября 1812 года состоялось сражение. В память об одержанной победе владелец Тарутина, граф Румянцев, освободил 745 крестьян от крепостной зависимости, обязав поставить памятник на поле боя. Пушкин писал в своем дневнике 1834 года: «В Тарутине чуть не убили пьяные ямщики. Какие мы разбойники, говорили они. Нам дана вольность и поставлен столб нам в честь». Надпись на нем гласила: «На сём месте российское воинство, предводимое фельдмаршалом Кутузовым, спасло Россию и Европу».